Планы не имеют границ. На заседании окружной межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили его промежуточные результаты. Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что благодаря мобилизации бюджетных и внебюджетных ресурсов марафон благоустройства в регионе получил больше возможностей. Из бюджета автономии на организацию новых и реставрацию старых общественных пространств, приведение в порядок дворов многоэтажек в этом году выделено около 450 миллионов рублей. По информации югорских властей, многие муниципалитеты и Сургут в частности уже исполнили план более чем на 50%. И приоритетные проекты, наши планы по благоустройству, учитывая то, что они не имеют горизонтов, в кавычках, этим нужно заниматься постоянно, они рассчитаны на регулярное улучшение городской среды, и в этой связи это целевой показатель, контролем за достижением которого и займется новая межведомственная комиссия. Обозначили на заседании межведомственной комиссии также цели и задачи на ближайший период. В приоритет губернатор поставила разработку порядка инвентаризации дворовых и иных общественных территорий, привлечение к разработке проекта по формированию комфортной городской среды молодежи, модернизацию городской навигации и избавление улиц муниципалитетов округа от визуального рекламного мусора. Причем важно привлекать к этой работе и население, подчеркнула Наталья Комарова. Вся эта работа должна быть развернута к людям, строиться на основе их пожеланий, проводиться в постоянной обратной связи с горожанами и широко освещаться в средствах массовой информации. Жители должны получить возможность при необходимости вмешиваться в процесс. Для этого, как минимум, в состав комиссии по инвентаризации объектов должны быть включены представители общественности, собственники домов, дворы которых будут благоустраиваться.